Друзья мои, всем привет! В моих руках мельчайший, но и в то же время самый звонкий музыкальный инструмент, который изготавливается в моей мастерской. Мастерская этнических ремесел «Степной дух». А меня зовут Валентин Медведь. И у этой свистульки, как вы догадались, это, естественно, свистулька, древнейший музыкальный инструмент, который известен практически у всех народов. У нее два игровых отверстия, справа и слева. И благодаря этим двум отверстиям, но настроенных в минорном трезвучном аккорде, можно извлекать вот такие трели. И можно даже пообщаться с птицами, приходя вот в такой вот красивый первозданный лес среди сосен и елочек. А там еще виднеются березки даже. И вот такие вот свистульки изготавливаются в моей мастерской. И на них могут играть не только дети. Почему-то думают, что на свистульке могут играть только дети. На них могут играть также и взрослые. Я покажу поближе. Вот такая вот она красавица. Так что пишите свои комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И будьте со мной, а я буду с вами. И буду снимать для вас еще более интересные и более звонкие ролики.